И всем привет, ребята! Вы на канале Лимончик, и сегодня мы будем играть в Икеюшку. Заходим. Такс. Мне, вот знаете, вот прям очень много кто писали, что так надоедает, когда она говорит такс. Но извините, ребят, я пытаюсь запомнить какое-то свое пространство, своими словами видео. Итак, смотрите, там вроде бы люди, да? Да, тут люди. А я за ней хочу пойти, может, она меня приютит? Ща я к ней вот так приду. Привет. Привет. Я вот так вот в углу забьюсь, чтобы она меня не била, ничего тут. Ты можешь у меня пожить ночь. Спасибо тебе большое за доброту. Мне интересно, эта девочка тоже добрая. Если нужно, можешь взять одну больничку. Спасибо, но мне не нужно. Я только что зашла. Я просто так буду крутиться. Хеликоптер, хеликоптер. Она... А, все, день наступил. Так. Спасибо. Я просто подружку жду, а она сделает свою домашку почему-то. Спасибо большое, Дика, за твою... доброту. За твою доброту. Она к тебе вернется. Скоро ты станешь популярной. Скоро ты станешь популярной. А куда она ушла? Она куда-то ушла. Я не знаю, она мне дома дала нет. Но я давайте метку сюда ей поставлю. Один пусть будет. Ну, пусть тут метка будет на всякий, я не знаю. Опусь. Она куда-то убежала, я не понимаю, куда, что, где, кого, чего. Но на этом складе есть доски, я думаю, может быть, тут остаться жить, почему бы и нет, типа... Мне кажется, она просто тут остановилась и все. Она же здесь, она играет, да? Она, наверное, играет, но она просто не тут живет. Ладно, досок много. В принципе, думаю, мы все тут уживемся спокойно. Так. Давайте жить будем, наверное, тут. Почему?
Почему бы и нет? Думаю, может быть, тут... Нет, тут какое-то место такое некрасивое. Надо красивое место. А я ищу его. Соски пришла. Привет. Приветик. У нас там соседи. У нас там соседи. А. Мне кажется, она отошла ненадолго, поэтому... Ну, давайте тут жить. Тут же прикольно, да? Давайте тут жить. Ой. Мы тут живем. Да, мы тут живем. Я думаю, тут дом нормально. Так, стойте. Я сейчас нам сделаю дом. Неси доски. Пусть пока она доски принесет, я столы уберу. Это тебе. Спасибо. Ой, пришли ко мне сразу, ничего себе. Приветик. Приветик, мои дети. Дом у нас тут, но у нас есть соседи. А, ой, мне что-то не дают. Так. Принесите досок. Пусть, короче, доски они принесут. Мне кажется, такой дом... У нас два этажа будет. Так. Тут вход. Тут вход. Конечно, да. Меня мама уговорила. Что, на улице в Roblox играть уговорила? Я стулья выкидываю. У нас два этажа. У нас два этажа. Ой. Ой, у нас. Блин, почему большими буквами? Ко мне столько все пришли. Блин, стойте, подождите, я стул не могу взять. Зачем у нас столько стульев, не понимаю пока что, поэтому выкидываем. Дайте я стул заберу, этот сраный. Блин. Ну тут вроде бы охранников нету. Принесите свет только. Надо свет принести. Несите свет. Я пошла за досками. Они же дома это не разбирают ей хотя бы. Мне интересно, а наша вот эта вот соседка, она же вернется, да? Да, она вернулась, кстати, она реально вернулась, все хорошо. Блин, к нам охранники пришперли. Сейчас весь склад, знаете, разберем просто. Блин, а вот тут доски еще есть. А
Она, наверное, тут разобрала чей-то дом, потому что я просто вижу, там дом разобран. Блин, охранники нас нашли. Я пойду за лестницей. Мне лестница нужна. Вон она. Я разрежу тебе глотку и засуну в тебя нож. Я порежу твои вены, чтобы сделать мой прихож. Блин, слушайте, охранники, они стоят, но им как-то пофиг, они сюда не подходят шибко. Я не знаю, почему. Ну, ладно. Стой, подожди, я лестницу нам принесла. Стой, 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 я лестницу принес. Ровно, неровно, я не знаю. Я слышу работника. Я тоже. Смотрите. Мне кажется, нам надо щель раздвинуть, наверное. Милашка, кстати, у нас давно не было милашки. Вы в курсе? У нас совсем ее давно не было. Она сейчас офигеет, наверное, если меня увидит. Ой. Ой. А что-то она тут застряла. Кто двери закрыл? Вы вход тут доделайте чуть-чуть. Отлично. Туалет. Знаете, никто доску мою даже не берет, всем пофиг. Так. Я хочу окно сделать. Я захотела окно. Все, я иду искать, делать окно. Тут есть столы. Я хочу окно. Приветик. Приветик. Лалалей ушла. Наша девочка ушла. Да ладно, она ушла, блин. Как жалко. Ладно, поддержите девочку, поставьте лайки за ее доброту. Она поступила правильно. Она меня не выгнала. Она разрешила мне тут остаться у себя дома. Туманный день. Я сейчас еще окна принесу. Мне кажется, мы можем спокойно жить. Девочка вышла, я заметила. Туманная ночь. Туманный день, какая ночь. Блин, а прикрыли. Я тут просто запрыгивала, знаете, так было легко. Какая-то девочка тут, я не знаю, что это с ней. Она бегает просто так, она есть тут. Охранники, вот видите, они как бы тут. Да им пофиг, знаете, они просто вот есть. И они побежали за моей подписчицей. О, привет. Приветик. Приветик. Там вроде бы еще не закрыли, да?
Открой. Я еще несу. Есть еще один стол? Я еще стол сейчас хочу принести. Вот тут, блин, рядом с домом был стол. Они даже, знаете, вход не закрывают. Им вообще пофиг на вход. Сначала надо мебель нести или доски. Сначала доски. Блин, а я принесла уже стол. Доски. Доски сначала несите. Блин, а я принесла стол, но я... Я понимаю, как мы его зря принесли. Блин, стой, подожди, я хочу стол так тут поставить. Да. Да, я, главное, доску возьму и все, и ты видео, да. Блин, а как это повернуть-то? Блин, стойте, подождите, я запуталась. Так. Нормально. Стены хорош. Ну, я хочу именно такой, думаю, потолок, потому что так, думаю, будет более красивее. О, поставили. У нас что, дома охрань? Блин, а! Иди сюда. Иди сюда. Он ее убил. Ём. Тут стол есть. Сейчас его закроем. Как она работает? Блин, а где он? Сейчас я его закрыть хочу. Стой. Ай. Или выходи, или еще что-нибудь делай, я не знаю. Блин. Иди сюда. Цыпа, 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 цыпа. Закрывай. Закрывай. Закрывай, он сейчас придет. Да, закрыла вовремя. У нас пол потолка такого не готового, прикиньте, немножечко. Они там дом не до конца даже разобрали. Иди сюда. Сюда. Я открыла. Заходи. Я пойду сейчас залезу. Сюда. На. Я доску тебе кидаю. На. Девочка вышла, как я понимаю. Прости, девочка, но нам надо разобрать твой дом, потому что все остальные... Нам надо просто всем построить дом. Тут есть лимон и вода. У меня энергия заканчивается как раз. Я не достаю до потолка. Стой, подожди, я не могу достать до потолка сейчас. Достойщая она. Ём. Блин, она там повисла, прикиньте. Не, ладно. Я сейчас покидаю пару досок. Сейчас ночь наступит. Но если что, там через верх, думаю, как-то пролезу.
В двери закрыли же, да? Стой, сейчас я, короче, кое-что придумала. Ща. Телепортация на максималках. Забери доску. Ну, поздно. Вон она. А вы тут открыли? Блин, а вы там закроете хоть? Вы тут открыли, ничего так. Ну ладно. Нати. Так вот. Чё, никто стол не хочет ставить, а я тут залазю, да? Блин. Мне... Почему я не могу запрыгнуть? Стой, отойди, ща поставлю. Вот так. Мы гении, мы решили сделать ход на второй этаж, чтобы первый не открывать. Ой. А он запрыгнет? Да он запрыгнул. Петух лысый. Еще один удар, и я умираю. Сейчас я сейчас умру, мне нужно закрыться. Выжить. Ах ты тут, козел. Иди сюда. Чё ты? На. Он застрял. Давай, стой, уйди. Кто тебе сейчас? Это мужицкий дождь. Это мужицкий дождь! Аллилуйя, дождь из мужиков! Хей-хей, мужицкий дождь! Закрылся. Стой. Блин. Умерла. Браво. Это мужицкий дождь! Аллилуйя, дождь из мужиков! Хей-хей, мужицкий дождь. Аллилуйя, дождь из мужиков. Хей-хей. Я иду. У меня метка стояла один, а я недалеко. У кого есть таймер? Я сейчас, наверное, раз недалеко, я, наверное, принесу им сейчас еды, тут воды разные. Блин, хотела принести еды, воды, а оказалось так, что скоро меня убьют. Привет! А, ты закрылась? Закрывай, да. Приветик. Приветик. Пошли с нами жить.
Пошли с нами жить. Пошли. Пойдем, 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 пойдем. Так, там есть охранник? Нет, я не видела. Или он ушел? Он ушел. Блин, криво-то как ты ставишь. Hello, money. Not the money. Блин, они тут дом весь перетащили. Перевернули. Тут дом есть. Так, слушайте. Вот тут куча досок я принесла. Сейчас я закрою вот эти вот дырки. И можно считать, что мы все закончили. Почти. Да? Или нифига. Ну ладно, можно считать будет, что закончили. Давайте, я несу, вы тоже несете. И все. Он в АФК просто, знаете, стал человек, и все, ему пофиг как-то. Так, все, я сейчас буду закрывать вот это вот все. Вот. Вы тут криво закрываете. Так, слушайте, ну я придумала, если мы сейчас вот так все перевернем, здесь все так красиво, то в принципе. Закройте эту дырочку. Блин, она лагает. Вот. Ровная поверхность. Ого. Приветик. Приветик. Мы тут дом перестраиваем. Все вот это вот вроде отвали. Кто это такой говорит? Что за некультурность? Что за некультурный человек? Люди, я все понимаю, но дырки только я одна закрываю. Да, и потолок у нас ровно теперь. А нет, все доски носят. Я делаю кухню. Кухню. Я делаю кухню. Где есть тут недалеко кухня, чтобы я могла ее сделать сразу? Вот она. Как раз прям близко тоже, да? А где спальня? Спальня на втором для всех. Спальня на втором для всех. Смотрите, как у нас милый такой красивый домик, да? Чтоб не вот эти вот палки, и было бы вообще здорово. Вай, какая красота. Я вот тут в углу хочу сделать тогда. Ой, пришла. Приветик. Приветик. Давайте я строю кухню, вы строите спальню тогда. Ну или что-нибудь другое. Я рассчитываю, что они второй этаж построят, потому что мне лень. Тут я планирую все, наверное, для кухни забрать. Тут просто все такое красивое, поэтому можно, думаю, все забрать. Так.
Смотрите, у нас дом красивый, большой. Нам впервые в жизни досок хватило. Спальня на втором. Они делают зал. Как мило. Ой. Я надеюсь, мы в этом ролике хотя бы успеем достроить дом. Готовимся, скорая кровавая ночь. Уже кровавая ночь скоро. А вы доску уже взяли, да, одну? Чтобы закрыться, если что. Американ бой, уеду с тобой. Там один наш друг, он сидит там. Закрывайте. Закрывай. Нет, соски. Она сквозь эту прошла. Всем кровати на всех. У нас так мило все. Нет, там девочка наша. Нет, две наши девочки. Нет, не умирайте. Нет, 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 мои дети. Мои дети. Они не успели прийти. Что это за хи? Ладно. Смотрите, принесли много разных вещичек. Я планирую сейчас. Стой. Софа, это моя фон. Спасибо. На все, как я реагирую, просто, наверное, спасибо. Ой. Неправильно. Ты неправильно сказал. Они все на потолок лезут даже. Я хочу вот сюда поставить мишку одного. Пока ночь пока ночь, успейте на канал, на этот, подписаться на этот канал. Правильно, девочка говорит, подписывайтесь на этот канал. Здесь много всякого интересного. Я показываю свою жизнь, я ее рассказываю, показываю. Это мило и красиво. Ой, господи, как вы все это мило ставите. Я придумала, давайте тут. Вот тут, стой, отойди. Ну, отойди. Во. Стой, я хочу свет поменять, можно? Аку, сая. Охранников куча. Это мужицкий дождь. Аллилуйя. Дождь и из мужиков. Дождь. Закрой! Закрой! Нас сейчас убьют! Ты специально открыла! Она сейчас умрет! Нет, открой! Если умирать, то все.
В дом. Заходи быстрее. Стой, сейчас, стой, стой, не двигай. Заходи. Заходите. Фух. Ой, тут так мило кровати поставили. Слушайте, я знаете, что хочу? Смотри, ща. Мистер Бист. Я хочу другую картинку. Можно? Тут Фредди Фазбер. Спасибо. Они мне просто рандомную мебель, как я поняла, могут дарить, да? Я хочу поставить, знаете, что я хочу поставить, короче, все кровати так поближе чуть-чуть к друг другу. Ну, типа, пусть будет вот так. Давай, ставь. Нет, не так поставила, смотри. Вот. Потом. Постой, подожди, криво все поставили. Ё, какая красотища, а. Ладно, пойду дальше кухню достраивать. Этот ад. Безумный. Так. Я сейчас хочу поставить тут... Ой, тут печеньки есть. Я сейчас печеньки возьму. Берем холодильник. Этот уже. Мы, мне кажется, все, что тут есть. Мы взяли две плиты и два холодильника. Восхитительно. Я кухню стараюсь наладить красиво. Может быть, она станет красивой, я не знаю. Зачь. Лимончик, сядь. Да какой сядь, я тут работаю. С утра на ногах. Я таскаю вещи. Все просто причем. То, что найду, то и тащу. В принципе. Ой, стой, так поставь ты ее. Пфу, села. Кинь ее. Что это за мальчик? Это мой подписчик. Привет. Приветик. Мальчик молчит просто. Ты до сих пор ее поставить не может. Ставь ее. Я сяду туда. Да ты ее поставь. Спасибо. Пошла работать. Все, вы меня обидели, я пошла работать. Это моя кровать. Тут за кровать уже дерется.
Вот этот хочу коврик взять. Мне нужно найти вот это место с гирляндами, и я там хочу поставить штуку. Ё-моё. Так, стойте, я найду сейчас штуку с гирляндами. Я там видео. Подписывайтесь на канал. Ставьте на лимончик лайки. Здорово. Правильно дело говорят. Ставьте лайки. Вон я нашла место с гирляндами. Мне нужно просто вот отсюда вот этот шкафчик. Он красивый очень. Я бегу, дети, я вот бегу, уже быстро прибегу сейчас. Мальчик, знаете, он просто стоит или ему как-то все равно. Ой, что-то она перевернулась чуть-чуть. Блин. О! Сюда микроволновку сейчас сунем вот так. Смотри, мальчик. Микроволновка. Нравится? Сейчас холодильник вот так переверну. Ей понравилось, слава богу. Я старалась, делала для вас вот. Сейчас найду, короче, стол какой-нибудь. Я прям хочу красивый стол найти. Вот этот. Да, его. Блин, он в дом забежал. Подожди, сейчас я его закрою. Иди сюда. Петух. Стой. Слезь. Блин, а стойте, поставьте его кто-нибудь, я его прикрою там. Блин. На меня еще прыгнул. Козел. Где он? Встань ровно и не двигайся. Я сейчас его закрою. Стой. Ну иди сюда. Выгоните его на первый. Я его прикрою вот так. Киньте его вниз. Вниз. Да не ко мне вниз. Сюда вниз. Сейчас на меня еще будет рыпаться. Вот сюда его вниз. Залазьте. Ладно, я вниз, короче, к ним. И тут полочки разные поставили, да? Какая красота. Мне кажется, этот стол слишком большой. Вам не кажется ли? Мне кажется, он слишком уж большой. Или нормальный. Не, он слишком большой. Я его выкину. Ой. Стойте, я придумала. Сейчас. Выйди, зайди в дом. В дом заходите. Нет, не бей ее.
Блин. Главное, чтобы дети, они в защите. Я их в ванной прикрыла. Я их там в ванной прикрыла чуть-чуть. Ой, я далеко от дома. А я с 2000 километров от дома. Я им еды принесу. Пусть кушают, пусть пьют. Я им вот водички принесу, еды разной. Надо мне красивый стол какой-нибудь найти. Я хочу стол принести красивый, чтобы сделать дом же. Может, этот? Он красивый, но он большой какой-то. И этот широкий. Ну, давайте, наверное, вот этот. Ну, просто милый, красивый какой-то. Смотрите, тут дом. Ой, тут склад полный досок просто. Почти неиспользованный. Но у нас тоже он полный досок, почти склад. Поэтому можно не волноваться. Я сейчас домой приду. Там главное мне оставить. Надо завтра пойдем искать другой дом. Конечно, все другой дом кто-то ищет. Ой, смотрите, тут у нас еда еще есть. Сейчас еще еды возьму вот этой. Потому что тут могут найти люди. И еду. Блин, они так рассчитывают. Ну, мы вообще у стены карты, как бы. Сколько я уже подряд нахожу тут склад. И тем более почти полный. Даже не использованные, серьезно? Ну вот тут дом такой яркий, обалдеть. Какой миленький, милый такой использованный. Халабуда. Я бегу, короче. Мне кажется, я за ночь успею прийти домой. Я сейчас потаскаю туда еще пару вещичек. Я хочу принести шкафчик. Я сейчас принесу шкафчик еще красивый. И расставлять буду оставшееся только все остальное. Помогите. Мамуля. Ну пока, ребята, всем пока. Бегу. Я никуда. Я с человеком попрощалась. Я с человеком попрощалась. О, склад и дом готовый. Так, я принесла вот этот стол. Он сюда идеально прям вписывается просто. Смотрите. Надержи, надержи. Дальше. Они его так прикрывают, типа, да? Кстати, сейчас мы его, подожди, так накроем. Когда видос будешь выкладывать? Да снимать за Куда снимать закончу?
Блин, я хочу сейчас принести цветок какой-нибудь. Вон там есть цветы. Спасибо. Так. Я сейчас еще принесу, наверное, Они его вот так закрывают. Никакая красота, цветок нужен. Да. Пригодится, что сказать. Так, мне стул кинули. Не знаю, зачем этот мне стул. Ну, мне его кинули, значит, наверное, нужен. Ох. Его всеми стульями закрывают. Все, что найдут, то закрывают. Блин, я хотела сейчас сходить за шкафом, но я несу этот цветок, потому что потому два красивых моих любимых цвета, они душистые. Согласна. Так. Я сделала ну как вам? Я сделала кухню, как вам? Это шикарно. Но мне кажется, вроде бы так-то нормально, да? Просто все вещи отсюда вы забрали даже. Так, знаете, я хочу сейчас принести все-таки этот шкаф. Потому что я за ним. Да поняла я, что мне это напоминать каждый раз. Все, ребят, я несу нам вот этот шкаф. И на вот этом шкафу мы поставим еды. Сейчас я буду это расставлять все. Так. Спасибо. Блин, молодец. Двери закройте. Чем двери закрыть в ванной? В дом. Они не рискуют, им пофиг как-то. Ну заходите. В дом. Стой, закрыла все. Что у нас на втором? Вау! А я давно на второй этаж не заходила. Смотрите просто. Это все сделали мои дети. Обалдеть, как тут красиво.
Смотрите, тут я одна как бы еду, наверное, расставляла. Ну ладно. Я продолжаю так расставлять еды. Давайте со мной, кто двери открыл. Кто-то двери открыл. Кто это сделал? Что это? Сейчас вас закрою. Заделала я уже эту дырку. Так. Ну, смотрите, мне вроде бы нравится. Криво, конечно, но сделано нормально, думаю. Сойдет. Просто целая стена аптечек. Сделано тоже прекрасно. Так. Так я замечаю, я просто не печатаю. Потому что я не занята. Тут, видите, я просто раскладываю все полностью. Печеньки. Я печеньки хочу вот сюда на стол поставить. Да, я поставлю печеньки. Закрой ты. Блин, застреваю. А, ну да, нормально. Так. Угу. Вера на корточках проходит. Так. Дальше что тут у нас дальше? Бананы. Ой. Он падает. Так. Я хочу поставить сюда вот эту штуку. Хочу оттуда, скорее всего, вот так вот забрать. Поставить и тут сделать такой, знаете, как диван уже. Так. Ну как вам такое зрелище? Мне нравится вроде бы. Я Мишка Гумибер. Мишка Гумибер. Так. Мне так нравится тут. Ладно, вот смотрите, вот такой дом у нас получился более-менее. Я сейчас вот сюда встаю, потому что перед домом занято. И пишу. Ребята, мне
Ура, мне пора. Пора. Спасибо большое за помощь. Удачи в жизни и пока. Так. Все, мне пора. Ну, а с вами была я, София. Всем пока-пока, до новых встреч. Подписывайтесь на мой канал. Всех люблю, всех целую. Ну, а пока.